Эвенкийская сказка «Карась и медведь». Однажды карась, греясь на солнышке, задремал в заводе возле самого берега. В это время спустился к реке из тайги медведь. Захотелось ему напиться. Увидел медведь карася, ударил по воде лапой, да и выплеснул карася на берег. «Ага», — говорит он карасю, — «попался, сейчас я тебя съем». И уж совсем пасть разинул, чтоб проглотить карася. Видит карась, дело плохо. Приходится пропадать. Пустился он на хитрость и говорит: «Подожди, медведь, съесть ты меня успеешь. Все равно мне с берега не уйти. Давай лучше сначала состязаться, кто из нас выносливый, ты или я. Я останусь вместо тебя на берегу, а ты полезай на мое место в воду. Кто из нас дольше выдержит и не умрет, тот и останется победителем». Медведь согласился. Есть ему не сильно хотелось. Да почему и не выкупаться? День жаркий, солнце так и палит. К тому же он был уверен, что выдержит в воде дольше, чем на берегу карась, который живо от воздуха задохнется. Бросился он в воду и спустился на самое дно. Лежит там, не дышит. Как бы водой не захлебнуться, долго крепился, наконец задыхаться начал, вынырнул на поверхность и на берег. Отдышался немного, отряхнулся и карасю: «Жив ли он?» А карась настолько хорошо себя на берегу чувствовал, что преспокойно заснул на солнышке. Рассердился медведь, что не мог карася победить. Ударил его со всего размаха лапой, так что карась сплющился в лепешку и отшвырнул его в воду, а сам убежал в тайгу. Карась же с той самой поры стал широким и плоским, как оладья, а до того он был круглый, как шар. Про это каждый эвенк знает.